Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Коммерсант узнал о новых делах по хищениям на космодроме «Восточный». Два новых уголовных дела возбудил Следственный комитет из-за хищений при строительстве космодрома «Восточный». Как уточняется изданием, речь идет о стартовом комплексе для ракеты «Ангара». Общая сумма ущерба составила более 255 миллионов рублей. Как полагают следователи, должностные лица компании, которая исполняла гособоронзаказ по контракту, предоставили в казначейство заведомо ложные сведения об оплате аренды спецтехники. Уточняется, что договор при этом исполнен не был. Деньги по нему также перечислены не были. Ранее в СК сообщили, что направили в суд 42 дела о нарушениях при строительстве космодрома. На этом пока все. Еще больше интересных новостей читайте на сайте mymsk.online. До скорого!